Ну, мы вот собрались здесь, в Российском футбольном союзе, чтобы определить победителя конкурса «Почта сборной». Потому что некоторые письма просто сделаны феноменально. Вы самая лучшая команда, которую я знаю. Я в вас верю и очень люблю. Да. Но здесь личные фанаты Деньера Белединова. Я видел тот самый огонь в глазах Зелимхана и ни капли страха перед именитым соперником. Только желание и стремление победить, что не может не завораживать и не влюблять в себя. Говорят, нужно мечтать всю жизнь. Вот и я, пусть уже взрослый, но очень мечтаю, что мое письмо попадет в число счастливчиков. Помню прекрасно, как бегал ночью смотреть чемпионат мира 98, а дедушка прогонял меня спать.